Гвен Стейси. С днем рождения, Гвенни! Отметим твой праздник весело и громко. Оливия Октавиус. Упс, ошибочка вышла. С днем рождения! Юху, спасибо! Кто пришел? Дэдпул. Это я. Ну что, начнем наконец-то праздновать. Я приготовил шоу-программу. Это только для тебя. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, Гвен Стейси! Задувай скорей свечи! Дурацкая зажигалка! Заела! Ничего нельзя доверить осьминогу! Убери свои щупальца! Я принесу огонь! Пропусти! Дай пройти! Это чья-то шерсть? Прямо в моем торте? Гадость! Я принес спичку. Но я забыл коробок. Обо что же мне чиркнуть спичкой? Оу, Гвенни, ты чего прилегла? Эй, подруга, ты в порядке? О, нет, плохо дело. Что же с тобой случилось? А что это за след на шее? Я нашла огнемет. О, нет. Что ты сделал с Гвен? След на шее. Это же след от твоей клешни, Оливия. Ты... О-оу. Отпусти свою катану, Дэдпул. Что? О, нет! Открой дверь, убийца! Моя клешня! Открой! Фух, что это было? Проклятье! Обвела меня вокруг клешни! Здесь опасно оставаться. Надо ползти подальше от этого кабинета. Не смотри так на меня, предатель. Посмотрим, что ты тут прячешь. Маленький пони? Это не то. Не мой размерчик. Ага, спрей от насекомых. Он отравил Спайдер-Гёрл. Точно. Ты же именинница, Гвенни. Ты должна сидеть за столом, а не валяться по полу. Вот так, усаживайся поудобнее. Сейчас загадаешь желание. Ладно, я сам задую. Кусочек тебе и кусочек мне. Ну же, ешь. Не будешь? Ну как хочешь. Мне больше достанется. Фух. Эй, а это что? Какое-то фото. Они сделали себе татуировки дружбы. Так вот в чем дело. А что это за маленькие следы? Куда они ведут? В коридор. Эй, откройте дверь. Все бесполезно. Я заперт здесь навечно. Привет. Куда ты меня тянешь? Получай, убийца пауков! А теперь поговори с моей катаной. Ты убил Гвен Стейси. Это всего лишь мой дезодорант. Да, действительно. Приятно пахнет. Утренняя свежесть фиалки. Оливия, взгляни вот сюда. Это зацепка.
Я ее нашел, и я найду этого мелколапого преступника. Окей, я с тобой. Да, мы вперед. Следы ведут наверх. Мы туда не поднимемся. Взгляни. Еще одно тело. Гоблин, что с ним? Очнись. Кажется, он уже не живой. А что у нас здесь? Я нашел снеки. А что это за ведро? Подозрительная шерсть. Думаю, что это улика. Ну вот, теперь все снеки на грязном полу. А что там у тебя, Оливия? Я нашла клочок шерсти. А это что? Эй, смотри, здесь фото. Ты знаешь ее? Надо допросить эту мадмуазель Дэдпул. Идем. Ну ладно. Она живет здесь. Давай, открывай. Кто там? Это мы. Эй, почему она закрыла дверь? В чем дело? Открой! Тише! Заходите. Идите сюда. Посмотри на это фото. Ты знаешь, что случилось с гоблином? О, нет. Он тоже погиб. Я провожу расследование. Гвен уже мертва. Теперь и гоблина не стало. Нам надо найти убийцу. И побыстрее. Опять мимо. Я осталась последней. И я очень боюсь за свою жизнь. Что это было? О, нет. Она мертва. У нас осталась только одна улика. Дэдпул, помоги. Ух, спасибо. Идем дальше. Что скрывает эта фотография? Мне нужно снять этот скотч. Эй, посмотри. Труп пропал. Что? Но как? Он же был неживой. Подержи-ка. Я тщательно изучу это место преступления. Что там у тебя? Это печенье. А вот еще одно. Они идентичны. Опять не поймал. Эй, дай сюда. Это же собачьи печенье. Для собак. Ты гений. Дай сюда фото. Точно. Собачьи следы. Собачья шерсть. Собачий корм. Собачье фото. Я все поняла. Я знаю, где нам искать дальше. Скорее. Моя вкусняшка. Вот он, его шкафчик. Ага, папка с уликами. Смотри, Дэдпул, тут все наши жертвы. Леди Дэдпул, Гоблин, Гвен. Что? Оливия? Это же я! Смотри, это его день рождения. Почему никто не пришел ко мне на праздник? Они что, забыли про меня? Где все мои друзья? Что? Они веселятся без меня. Предатели, вы еще поплатитесь за это. Что это за шерсть? Это шерсть возмездия. Выброшу ее. Минус один. Я заслужил перекус. Еще один. Кто же убил гоблина и Гвен? Вы никогда не догадаетесь. Я приготовил для тебя кое-что особенное. Отдай мне фото. Теперь мне осталось избавиться только от вас двоих. Я так и знала. Это пес. Вот кто убийца. Всем привет. А что произошло? О, Гвенни, ты жива? Держу. Ты как? Смотрите, кто здесь. Какой славный песик. А кто у нас такой сладенький? Это опасный преступник. Я с ним разберусь. Собака теперь моя. А ты рехнулась, Оливия. Надо же такое придумать. Не обращай на него внимания, сестренка. Идем в класс. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Девчонки, эй, ну теперь вы точно обратите на меня внимание. С моей тыквомбой. Что? О, нет, нет, нет. И
Фу! Ну ты и вонючка. Нет, 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 это не я, это бомбочка. Гоблин испортил воздух. Зеленая вонючка, ушастый навонял. Фу, ну и вонь, кто это сделал? Зеленый гоблин, это он. Нет, нет, вышла ошибка, хватит. На выход, гоблин, ты наказан. Ауч, мое нежное ушко. Что? Зеленый лузер? Вонючка? Тупица? Да как они посмели? Почему они издеваются надо мной? С меня хватит. Это невыносимо, если бы я только был человеком. Что? Даже отражение издевается надо мной? Лузер! Это полный отстой! Молчать, зеркало! Я смогу изменить себя. Мне просто нужна подходящая маска. Вау! Да я красавчик! Начинаем превращение. Святые лепреконы! Я все еще монстр на 99%. Это можно исправить. Так-так-так, Спайдер. Лузер, посмотрим, кто будет смеяться последним. Что? Ребенок! О, нет! Стоять! Опасная работа. Ты в порядке, малыш? Ути-пути маленький. О-оу. Сюрприз. Детская неожиданность. Что? Где я? Отпусти меня. Что ты задумал? Нет. Давай, мне нужна вся твоя человеческая сущность. Да. Бедный паучок. Отдохни от человеческих страданий. Ребята, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, чтобы меня поскорее спасли. Умоляю. Что ты говоришь? Я не понимаю паучий язык. Бла-бла-бла. О да, натуральная человечность в банке. Пробуем. О-оу. Она действует. Что? Мои уши! Они исчезли! Невероятно! Да! Фантастика! Это работает! Проверим уровень человечности. 50%! Отлично! Бен, смотри, что у меня! Вау! Круто! О нет! Спайдермен пропал! Оливия, смотри! Подумаешь, наверняка он просто уехал в отпуск. А зацени вот эту фотку. Вау, какой красавчик! Он мне нравится. Что? Это ты, гоблин? Размечтался. Зеленая сопля представляет себя Кеном. Ну и лузер. Оу, они идут. Ну вот, а я ему и говорю. Майлз, ты паук, а не улитка. Живее! Девчонки, не поможете? Пожалуйста. Отстань, лузер. Знаешь, я все-таки ему помогу. Мне стало его жалко. Окей, как хочешь. Эй, ну что там? Мой шкафчик. Не могу его открыть, видишь? О-о. Ладно, подожди здесь. Эй, гоблин, ты не видел Гвен? Не представляю, о чем ты. Такая блондинка паучьего вида. Нет, не знаю, а может поцелуй? Ты совсем ненормальный? Отвали! Еще увидимся. Упс. Теперь ты моя, Гвен. Что? Нет! Отпусти меня сейчас же! Нет, я не хочу! Что ты... Добро пожаловать в паучье тело, Гвенни. А мне нужна твоя человечность. И побольше. Ну что там? О, да. Я на 99% человек. Получилось. Надо же, ничего зеленого. Да я просто сногсшибательный красавчик. Ю-ху! Что же надеть? Нет, нет. О, да, подойдет. Эй! Кольцо, билеты в кино, цветы. Ребята, а что бы вы подарили девушке на первом свидании? Цветы, билеты в кино или колечко? Пожалуйста, напишите мне в комментариях. Готов, гоблин? Теперь она не устоит перед тобой. Где же ты, Гвенни?
Эй, ты, не подглядывай. Привет, красотка. Привет. Чем ты занята? Найдется время для меня. Пойдешь со мной на свидание? Я не могу. Я должна найти Гвен. Что? Кого? Это подождет. Нет. Посмотри, у меня есть 2 билета в кино. Идем со мной. Окей. Я тоже хочу попкорн. Есть идея. Эй, ребята. Спасибо. Это я тоже возьму. Я одолжу твой попкорн. Подержи. И вот это тоже. И вот это. Эй, это наша еда. Ты ее украла. Отдай мои вкусняшки. Бежим. Воровка! Ну вот, это мой дом. Устраивайся поудобнее, а я сделаю нам чай. Окей. О, это кто? Гоблин? Нет, это абсолютно разные люди. Упс. А там что? Секретная лаборатория? Что он там прячет? Что? Что тут происходит? Пауки? Человеческая эссенция? Костюм Гвен? Что? Помогите? О, нет, только не это. Ток-ток. О, нет, это не то, что ты подумал. Я очень зол на тебя, Оливия. Ты! Нет, подожди. Сначала выпьем чаю. Окей, если ты просишь. Только быстро. Как вкусно. Спасибо. Наивный гоблин. Я верну всю эссенцию обратно. Отлично. Давайте, паучки. Время превратить вас обратно в людей. Ура, получилось. Где моя одежда? О, простите, сейчас. Вот, держите. Ну что, разберемся с этим гоблином? С удовольствием. Подождите, не спешите. У меня есть другой план. Идем. Мы выкачаем из него весь мутаген. Неужели получится? Сейчас узнаем. Кажется, сработало. Он стал человеком. Где я? Ребята, вы спасли меня. Аккуратнее, парень. Взгляни на себя в зеркало. Вау, это снова я? Хороший парень Грег. Спасибо вам, девчонки. Вы спасли меня. Пицца. И побыстрее, пожалуйста. А, мамочки, слишком остро. Запить срочно. О-оу. Моя голова? Что со мной? Злой Спайдермен. Ты снова хороший. Девчонки, а вот он нехороший. Опс. Гвен, надо его остановить. Давайте, кто следующий? И это все, что ты можешь? Как скучно. Зря стараешься. Оливия, нет. Я могу это прекратить. Но только если верну свою суперсилу. Другого выхода нет. Эй, Спайдермен, оставь девчонку и сразись с настоящим соперником. Что? Ты? И что ты можешь? Лови подарочек. Серьезно? Тыква-бомба? Детский сад. Ой, как я испугался. О, нет. Ну, давай, ударь меня. Спокойно, паучок. Я освобожу тебя от этого мутагена. Ну, как ты себя чувствуешь? Ты в порядке? Да, спасибо. Все хорошо. А что с ним? Я выкачал из него весь мутаген. Он должен прийти в себя. А мне нужно всех обезопасить. Пусть все останется так, как есть. Ну вот, я снова некрасивый гоблин-неудачник. Эй, у нас есть идея. Посмотри на себя. Теперь ты красавчик. Неужели? Спасибо, девчонки. Краш. Вау. Я помогу. Упс, прости, ты в порядке? Да, это был мой нос. Ты точно в порядке? Вот, держи свою книгу. Все хорошо, не волнуйся. Привет, Гвен. О,
Какой он классный! Жалкое зрелище. О, Грег, ты такой смешной. Ладно. Я провалил тест? Почему? Что случилось, Грег? Я не сдал тест по алгебре. Придется исправлять. А я сдала алгебру на отлично. Могу тебе помочь. Спасибо, что подготовишь меня к тесту. Да, она сама завалила тест. Удачи, Грег. Ну вот, моя комната. О, а что там? Это половина моей сестры. Неважно, моя половина намного круче. Ну что? Как я могу тебе помочь? Давай перейдем к учебе. Ауч! Эй, ты в порядке? Да. Схожу за лимонадом. Волосы Гвен Стейси. И отпечатки Оливии Октопус. Превосходно. Упс, какой же я неуклюжий. Пожар! Что здесь происходит? Что вы тут наделали? О-оу, так еще хуже. Я помогу. Фух, пожар ликвидирован, сестренка. Отстань, я принесу новый лимонад. Эй, Оливия! Вау, какие щупальца! Ты, наверное, качаешься в зале? Ну да, есть немного. Смотри. Открой двери. Что? Как это может быть? Привет, это тебе. Я подумал, что ты любишь книги. Вау, спасибо. Идем. Хочешь посмотреть, над чем я работаю? Давай. Вау! Скажи, как интересно. Привет, Грег. А можно мне с вами? Я тоже обожаю микроскопы. Вау, как красиво! Уйди на свою половину, Гвен. Какая наглость! И не переступай черту. Это моя половинка, а это твоя. Ну и ладно. Эй, ребята, поставьте этому видео 50 тысяч лайков, чтобы мой краш обратил на меня внимание. Пожалуйста. Эй, Грег! Вау, Гвен! Что? Грег? Ну все, сестренка, я с тобой разберусь. Невероятно! Гвен, ты в отличной форме. Да, тренируюсь каждый день. Чего тебе, Оливия? Ничего. Посмотри на эту крошку. Малюсенький паучок. Браво, Оливия. Пустяки. Вот. Сиди в банке, чтобы не потеряться. Эй, выпусти меня. Продолжим опыты. Знаешь, мне уже пора. Пока. Вернемся к плану. Вот она, формула моей силы. За работу! Оливия, встретимся с тобой вдвоем, без сестры. Окей. Он пригласил меня на свидание. Надо подготовиться. Легкий макияж. Ну все, я красотка. Выпусти меня, пожалуйста. А, ладно. Я тебя выпущу, сестра. Спасибо, это снова я. Пока.
Вау, у тебя есть тайная лаборатория. А что это? Неважно, отдай. А здесь что? Как круто! Ничего интересного. Окей. Святой химик, а это что? Как оно работает? Давай я покажу. Что? Нет, не надо. Эй, выпусти меня! За что? Ты помнишь, как много лет назад мы были детьми? Ты сделала мутаген, юный маленький гений, и не нашла никого лучше меня, чтобы его испытать. Пей, давай смели. Пей, кому говорят? Я доверился тебе. Мне было очень больно. Что со мной? Что происходит? Вау, как круто! Он танцует! Да, класс! Вы с сестрой издевались надо мной, и наконец-то я отомщу вам! Грег, прости меня, пожалуйста! Я раскаюсь во всем, только отпусти меня! Пожалуйста, умоляю! Нет! Что ты делаешь? Нет! Что ты здесь делаешь, Грег? Вот, принес тебе цветы. У тебя все хорошо? Что случилось? Моя сестра пропала. Где же она? Так, у меня есть идея. Понравилось? Ну как тебе? Смотри, что я еще умею. Впечатлил? Это не смешно. Знаешь, у меня есть для тебя сюрприз. Сюрприз? Для меня? Доверься мне. Обожаю сюрпризы. Проходи вот сюда. Тебе понравится сюрприз. Вау! Эй, где я? Что происходит? Выпусти меня! О, нет! Оливия! Что? Сестра! Сестра! Суперсила сестринской любви! Надо же, как мило! Хватит! О да, наконец-то! Мой мутаген! Теперь я суперсильный! Зеленый гоблин! Тебе конец, зеленый гоблин. Это мы еще посмотрим, осьминожка. О, нет. Ауч. Моя голова. Сестра. Держу его. Ну, давай, гоблин. Это все, на что ты способен? Теперь не убежишь. Сам сиди в своей камере, а мы заберем весь твой мутаген. Вернем наши силы. Давай! Сработало! Алло, полиция? Мы задержали гнусного гоблина. О, да! Идем, приятель. Отличная работа, сестренка. Согласна. Хочешь поплавать в бассейне, сестренка? Идем отдохнем. Нет, спасибо. Окей. Упс, привет. Случайно перепутал круги. Какая наглость. До встречи. Не думаю. Я на месте. Чем здесь можно поживиться? Кажется, это нос. Что? Мой телефон! Неплохо для начала. Продолжим. Освежающий коктейль. Спасибо. Сегодня жарко. Укроемся в тени. Хорошая идея. Паучье чутье! Что-то происходит! Мне нужно идти. И мне. Деньги. Драгоценности. А это что? Упс. Ты попался, воришка. Это ты попался.
Ничего не вижу. И это супергерой? Это не твое. Еще одна. Вы за это заплатите. Но чуть позже. Он улизнул. Смотри, куда идешь. Ты кто? А ты кто? А это кто? А? На помощь! Без паники. Думаю, это твое. Мой телефончик. Никакой благодарности. Мне пора. Ага. Да-да, рука была точно такой. Но мне пора делать селфи. Вот украденные вещи. Была рада помочь. Ой, я опаздываю. Ну вот, она ушла. Я не успел. Слишком поздно. Он давно ушел. Как жаль. Всем привет, ребятки. Разыскивается? Не смешите меня. Сколько у меня наличных? Пусто. Как же так? Ни цента не осталось. Покемоны? Это точно не мои дети. Что за странные звуки? Уличный музыкант. А это самые настоящие деньги. Портал? Мне они нужнее. А я незаметно поменяю шляпы. Там голова! Портал? Что это было? Фух, может, показалось. Гвен, так прекрасно! Привет, что делаешь? Ничего. Что это было? Здесь очень мило. Что бы ей подарить? Ракушку? Нет. Поющую голову? Никогда. Иди. Ребята, что подарить тому, кто тебе очень нравится? Напишите в комментариях. Цветы, ну конечно! Что? Упс, промахнулся. А, мои штаны! Какой позор! Постой, а кто будет платить? Вот это свидание! И не говори. А это тебе. Спасибо, они восхитительные. В кафе всегда найдется что-нибудь аппетитное. Забираю, забираю, забираю. Блокнот. И еще пригодится. Милая парочка. Интересно, что припрятано у них в карманах? Маска паука. Это Спайдермен. Не может быть. Этот злодей вернулся. Упс. Прячься, он опасен. Я приведу на помощь. Помощь уже здесь. Кто это? На этот раз тебе не уйти. Ха, человек-пакет. А это уже интересно. Отдай маску. Не отдам. Я все равно ее верну. Портал. Ха, промазал. На помощь! Прости, я с ним разберусь. Получай. И это мое. Нападай, чего ждешь? Портал. На помощь! Спасай свою подружку. О, нет. Гвен, я здесь. Ты спас меня, Майлз. Главное, что ты в порядке. Спасибо тебе. Ой, Майлз, вставай! Они все еще ищут меня. Что же делать? Разыскивается? Ага. Это конец. Вот и преступник. Офицер, я сдаюсь. Нет? Вещь? Хватит со мной спорить. Эти не подойдут, а эти в самый раз. Именем закона вы арестованы. Вещь, ничего не говори без адвоката. Фух. Посмотрим, что за секреты хранит этот блокнот. О, теперь все ясно. Я украду девчонку, и паук сам ко мне придет. Спасибо. Паучье чутье. Наверное, показалось. Я задыхаюсь. Привет, ты в порядке? Ага, я помогу. Безобразие. Вот наши билеты. Добро пожаловать. Но никаких сладостей в кинозале. У нас нет сладостей. Это мы сейчас узнаем. У меня на сласти нюх.
Что в ведре? Только попкорн? Сомневаюсь, мне нужно оружие. Не то. Да, катана. Мой попкорн. А это что? Майлз? Думал меня обхитрить? Не выйдет. Ты за это ответишь. Не нужно, у меня есть план получше. Снова эти отчеты, как же они надоели. Ну вот, еще и ручка потекла. От пятна нужно избавиться. Нет, стало только хуже. Ничего не помогает. О, нет, я нашел преступника. Все сгодится. Попался, ты арестован. Сейчас ты мне во всем сознаешься, злодей. Что здесь происходит? Ничего особенного. Кто это? Впервые вижу такую диковинку. Мы отличная команда. Главное — прицелиться. Запускаем паутину со сладостями. Давай! Привет! А какие фильмы предпочитаете вы? О, об этом я могу долго рассказывать. Что? Простите. Как вы посмели? Это конфеты. О, нет! Сигнализация сработала. Нам пора. Только не спецотряд. Никаких сладостей в кинотеатре. Вот наши места, простите. Держи конфетку. Они где-то здесь. Ты не пройдешь. Ты ошибаешься. Паучье чутье. Принесешь еще пепси? Как страшно. Попалась? Мой блокнот. Где Гвен? Снова он. И Гвен в опасности. Конечно. Ваш вишневый сок? Благодарю. И как найти этого преступника? О, нет, мой сок. Скорее, нужно вытереть. Что? Где-то я его видел. Официант? Ну, конечно. Спасибо. Что? Я тебя нашел. Сервис здесь не очень. Ай, больно. Быстрее, давай сюда. Это полиция, прячься. Разыскивается. О, нет, я попался. Это конец. Вы арестованы. Что? Вы покрываете преступника. Нет. Невероятно. Правильно, офицер. Спасибо за вашу работу. Отпустите мою собаку. Теперь тебе никто не поможет. Я спасу ее. Я на месте. Гвен, берегись. Портал. Лети, паучок. Хватит. Майлз, держись. Фух, что? Сюрприз. Но как? Я помогу тебе. Гвен, ты тоже паук? Пора сматываться. Стоять. Ну уж нет, ты пойдешь со мной. Что? Мы вернулись? Попался? Есть! Давай, Майлз! У меня голова закружилась. Гвен, ты свободна. Майлз! Полиция, вот ваш преступник. Были рады помочь. Спасибо. Вот ты попался, воришка. Крем от солнца.
Есть. Охлаждающая газировка. Есть. Темные очки, и можно наслаждаться отпуском. Сегодня мы наконец схватим этого вампира. Начинаем операцию. Пикачу, след! Чипсики! За ним!